Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. У нас начинается первое роение пчел сегодня. Вот они как выскакивают с улья и начинают кружить. Вот так. В высоте. Выскакивают сколько-то тысяч пчел. Вот они вот. И погода у нас как бы пасмурная сейчас стала. А они все равно захотели вроде бы роиться. Руки трясутся. Сегодня 22 мая. Вот как они у нас летают. Сейчас они должны искать где-то на какую-то ловушку, они должны присесть. Ну не знаю на какую. И выйдут ли они. Но выходят. Выходят. На голубом небе их отчетливо видно. Хотя по роению еще как бы рано. Рановато же. Вот они как летают. Вот они кружатся возле черной ловушки. Поближе сейчас подойду. Только чтобы они меня не покусали. Вот они садятся вот на эту ловушку. Вот. Собираются. Уже маленько собрались. И сейчас вот эта полная ловушка, она будет полная пчел. На нее пчелки насядут, и мы ее занесем в пчельник. Такие вот пчелки. Такое роение у нас сегодня первое. Вот собираются они у нас.
Вот они у нас собрались. Так, на такую раюшку они собрались. Остатки уже тут собираются. Они летают маленько. И вот остатки собираются. Сейчас я обойду. Еще отсюда покажу ее. Вот она так у нас выглядит. Вот такая раюшечка. Вся забита пчелками. Сейчас я еще вот отсюда ее сниму. Вот она как выглядит. Остатки собираются. Вот, собрались. Сейчас остатки соберутся, и мы их унесем в пчельник. Поставим в холодок до вечера. Вечером будем пересаживать в улей. Ловушка с одной стороны вот забита так. Посерединке там тряпка черная. И со второй стороны также забита пчелами. Вся. Вот такая красота. Вот так помещаем мы в раевню. Вот такая раевня. И мы помещаем вот так в раевню. И они у нас остатки еще собираются, и мы их уносим в холодок.